Я тут пропустил праздник 8 марта. Прошу прощения. Но дело в том, что праздник-то это не женский, не исключительно женский, а даже скорее мужской. И каждый мужчина это хорошо понимает, помня о том, что он мужчина. И что он обязан всему человечеству и женскому полу в особенности. Потому что мы, мужчины, должны благодарить Господа. Не за то, что мы мужчины, а за то, что Господь Бог создал нас двумя полами, двумя половинами. Что Он создал человека мужчиной и женщиной, как это сказано в первой главе книги Бытия. И праздник этот, конечно, празднует именно этот факт. Мы должны быть достойны этого великого Божьего дара. До следующего года, а может быть и до завтрашнего дня, когда каждый из нас будет снова и снова праздновать этот великий дар Господа.